А помнишь, 12-й год, и я без забот. Бегу к телевизору, 8, увидеть Нью-Йорк. Увидеть народ, что орет Геннадий вперед. Увидеть того, кто миру покажет наш бокс. Не задравший вверх нос, сквозь мучения и пот. В обшарпанных залах Маккена он медленно рос. Но верно он рос, не жалев перчаток и кросс. За джебами хука, тяжко, уклоны и кросс. Бог подарил ему талант, а отец дисциплину. Но этого хватит только лишь на половину. Вторая половина скрыта в десятках сражений. Любители порой тоже бьют на поражение. Ха, это сейчас пояса и медали. Но пацаны помнят, как улицы всех поедали. Но только он один был смел, что представить себе, что предстанет перед МС-гардом во всей красе. Геннадий Геннадьевич, как бы ни закончился абсолютно любой ваш бой, вы уже велики. Вы показали нашей молодежи, что наша кровь сильна, что мы достойны быть первыми в мире. И, наверное, многие меня поддержат. Во всех этих перипетиях я прошу вас, не забывайте о своем здоровье. Забудь о результатах, ваш процесс. Не важно, сколько поясов ты нацепишь, важно то, что для себя ты подметишь. И останешься ли в сердце потом. Флаг развивается под гимн Казахстана. Это значит, снова время настало. Биг драма шел, но далеко до финала. Геннадий, мы будем с вами во всем. Забудь о результате, важен процесс. Не важно, сколько поясов ты нацепишь, важно то, что для себя ты подметишь. И останешься ли в сердце потом. Флаг развивается под гимн Казахстана. Это значит, снова время настало. Биг драма шоу, но далеко до финала. Геннадий, мы будем с вами во всем. Во всем.